Всем привет, это маленький у нас такой отзыв на протеин от 21 Power. Тут у нас в упаковке 800 грамм, сделано в России написано. Тут у нас написано 10 витамин, 55% протеина. Что-то у нас не только ванила. Ванилу толком я на вкус и не почувствовал. Тут у нас состав написан. Как вы многие знаете, что витамины и минеральные вещества содержатся во всех продуктом, даже в сухом молоке и даже в каше. Так что не считаю, что нужно прочитать этот состав. Первый раз, когда я его взял, когда открыл, первое впечатление, как открыл, было, что сухое молоко какое-то на запах. Даже вот какой-то он немножко, ну, чувствуется, даже вот порошочек такой, как сухое молоко, такой на ощупь даже. И на вкус тоже очень напоминает сухое молоко. Когда он разбавил его, то же самое пил, думаю, блин, какое-то сухое молоко прям на вкус. Так что я сомневаюсь, что за 600 рублей может быть полноценный протеин. Не советую его покупать. Лучше съесть большую тарелку перловки или гречки, или риса, чем вот этот протеин. Так что не тратите деньги на ветер. Лучше купить все-таки мясо, допустим, или яйца купить, поесть, и то от них больше толку будет. Лучше вареные яйца есть, чем вот этот протеин. Так что покупать его не стоит, лучше немножко переплатить денег, купить нормальный полноценный протеин, чтобы ты знал, что пьешь нормальный протеин, качественный. Ну так вот, попробовать купил. Ну все, спасибо, что досмотрели до конца. До свидания.